Всем привет, с вами Тифпро, и сегодня я хотел пожелать на таком сервере под названием LifePod. Наверное, многие играли на этом сервере, а цель этого сервера – выживать. LifePod – это на самом деле, так сказать, голодные игры, где главная наша цель – найти как больше сундуков и взять как можно больше вещей. До начала у меня еще остается 2 минуты. Это не так уж много, можно подождать, но на самом деле время пролетит быстрее. Что могу сказать? Игроков здесь уже много. Как видите, нам написали, что у нас время 1 минута 30 секунд. А я все еще со скином зомби. Здесь у нас многие игроки начинают уже себя рассматривать. Бегать мы так все еще не можем. Но слева у меня стена зомби. Здесь такие красивые елки. А впереди у нас сундуки. Кстати, хочу сказать, что сервер находится на версии бета. А это означает, что могут быть большие лаги, фризы и вылеты. За всю игру у меня было 2 вылета. Очень большие баги. Точнее, лаги, из которых было ужасно играть. Вылеты у меня были связаны с тем, что бывало я открывал сундук, и у меня вылетал Майнкрафт. Я буду надеяться, что у меня такого не будет в данный момент. Писать я также не могу, мне придется зарегистрироваться до конца. Остается 30 секунд, давайте я быстро попробую зарегистрировать свой e-mail. Вряд ли мне это получится, так как там надо пошевелить своими мозгами. Или поменять мое имя, потому что имя у меня уже другое. Можно поменять будет также пароль. Ну, давай. Нет, ну вот. Я, походу, написал неправильную команду. Ну все, мы почти готовы. Так, так, быстрее, быстрее. Бежали. Как же они все быстро бегут, я забыл. Надо нажать 2 кнопки, быстрее берем, что попало. Все. Так, забрать мы ничего не успели. Ну, хотя бы половина кожаной брони. Так, побежали дальше. Главное еще цель не умереть в этих голодных играх, остаться живых и убить других. Но главное еще такая задача, никогда не лезть на алмазника. Сразу мы умрем. Так, что здесь еще? Здесь ничего у нас нет. Так, бежим туда. Здесь 100% что-нибудь будет. Так. Здесь тоже ничего нет. Так, а вот здесь сундук, так как нас там бьет, так он уже вроде прибежал, да? Так, берем вещи, берем. Быстрее, быстрее. Так, где вещи? Что за фигня? Что это такое? Ладно, да. Ой-ой-ой, что? Вот мы умерли. Давайте зарядимся. И у нас вылет, как я и говорил. Ну, на этом все получается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.